Войдите. Добрый вечер, сэр. Вот список расходов на этот месяц. А вот это что за графа? Теперь все путем, сэр. Художники, анартисты. Теперь все путем – это художественное движение, существующее на периферии международного авангарда и свои истоки берущее в ранних сюрреалистических художественных движениях конца 19-го – начала 20-го века. Благодаря начавшему развиваться в этот же период времени научному пониманию и изучению аномального. Существует одна фотография, которая приходит на ум любому историку искусства при упоминании выставки 1924. Это портретное фото, где Дюшан и Руис позируют вместе со своими друзьями-художниками перед еще закрытыми дверями. Маркос склонился и, похоже, что-то шепчет на ухо Дюшану. В течение десятилетий было высказано много предположений о том, что же говорил Маркос своему коллеге в тот памятный момент. Вопрос о метафизике? Или вызов? Подтверждение их примирения? Напоминание о том, для чего они были там в тот момент? Возможно, выражение изумления при виде толпы, пришедшей увидеть их? Один журналист утверждал, что стоял достаточно близко, чтобы расслышать шепот среди шума толпы, и что это были все 5 вышеперечисленных вещей сразу, выраженные в 3 простых словах. Теперь все путем. Движение не имеет ни централизованного руководства, ни штаб-квартиры, также в нем очень мало традиций или условностей, и нет официального устава или требований к членам. Единственное, что нужно сделать, чтобы называть себя его членом, это создать произведение искусства, которое использует, включает в себя или иным образом затрагивает аномальные предметы, существ или явления. Если видишь пред собою муху рядом с пауком, и для них совсем не сложно разговаривать стихом, можешь ты не удивляться, потому что дело в том, что у этого объекта, без сомнений, все путем. Организация ячеек «Теперь все путем» очень варьируется от места к месту. Многие группы организованы в виде небольших салонов под предводительством творческого вдохновителя или профессионального критика, в то время как другие коллективы не имеют явного лидера, а некоторые члены предпочитают работать полностью самостоятельно. Некоторые склонны считать, что для того, чтобы быть частью движения, даже не обязательно знать о его существовании. Тенденция некоторых таких групп к созданию весьма заметных публичных произведений, вызывающих смерть, травмы или психологический вред, привело к тому, что некоторые считают все движение бандой арт-террористов. Некоторые члены движения носят этот ярлык с гордостью, некоторые иронично, а некоторые решительно отвергают. Крупнейшее и наиболее заметное собрание художников «Теперь все путем» всех времен и народов – это «Somme Devenue Magnifique» – грандиозная выставка, которая проводится каждые 10 лет с 1874 года, и на которой посвященные могут собраться, чтобы увидеть и изучить подборку лучших произведений аномального искусства за последние 10 лет. Быть автором работы, принятой на выставку, считается теми, кого такие вещи вообще волнуют, одним из величайших достижений, которого может добиться анартист. И члены ячеек по всему миру ходатайствуют за то, чтобы их работы приняли. Мой дух мышление любовь в сану.